Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио Сангейтс. Рад приветствовать вас сегодня, всех таких красивых, интересных и самых лучших наших радиослушателей на волнах Сангейтс Радио. С вами Владимир Гершанов, а также очень интересная передача, которая выходит впервые в эфире на наших радиоволнах, которая называется... Такое у нее очень интересное, красивое название «Беседы в женской гостиной», которую, собственно говоря, ведут две ведущие, Рита Борт и Анастасия Хрущинская. Две очень замечательные женщины, которые расскажут кучу всего интересного и положительного. Итак, начнем наше представление. Кто же сегодня с вами, уважаемые друзья, будет вести эти передачи? Итак, Рита Борт, совладелец центра Сангейтс, коуч по здоровью, член Американской ассоциации... Drugless Practitioners. О, да, вот. Я просто побоялся, что неправильно прочитаю первое слово. Кривовато. Закончила кучу всевозможных школ, имеет все на свете лайсенсы, которые позволяют ей заниматься своей практикой. С 2008 года изучает и практикует различные медитативные практики, древнейшие правила и законы той жизни, которые делают человека здоровым и счастливым. В Индии получила возможность более углубленного изучения аюрведы. Опираясь на все свои знания и опыт, создала программу, учитывающую уникальные возможности человека, образа жизни, привязанности и цели. Официальный гид в Бразилию к известному медиуму и целителю Жоао. Организовывает туры два раза в год. Следующая группа, кстати, отправляется 2 ноября. Итак, и есть у нас еще один замечательный собеседник. Это Анастасия Хрущинская, сертифицированный консультант по аюрведе. Обучалась на курсах доктора Васанта Лада и доктора Дэвида Фроули. Проходила курс восточной психологии Рами Блэкта, курс ведической хиромантии Сергея Серебрякова. Более 8 лет практикует аюрведу, здоровый образ жизни, применяет знания восточной психологии и ведические знания в своей повседневной жизни. Анастасия проводит личные консультации для женщин, читает лекции, проводит семинары по аюрведе, питанию и образу жизни согласно аюрведе. Также в своей работе использует современные техники интеграционной медицины и питания, знания китайской медицины и ведической астрологии и хиромантии. Итак, здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Настя. Вот Добрый день. Здравствуйте. Здравствуй, Рита. Здравствуйте, Владимир. Спасибо большое за представление. Мне очень приятно начать такой замечательный проект. И я очень рада этому обстоятельству. Да, спасибо. Теперь, так как мы с тобой сейчас останемся в нашей женской гостиной наедине с нашими радиослушателями. Давай расскажи, пожалуйста, побольше о том, что же такое женская гостиная. Спасибо, Рит. Эта идея замечательная пришла в голову мне и моей подруге, астрологу Наталье Хамитовой, что необходимо проводить такие беседы для женщины, которые могли бы помочь гармонизировать нашу жизнь, сделать ее лучше, улучшить наше психологическое, физическое и ментальное состояние, помочь женщинам обрести гармонию и какие-то улучшить качество жизни в отношениях, в быту и, в общем, во всех сферах нашей жизни, которые, в общем, все, что только можно охватить. И особенно полезно, на мой взгляд, получать такие знания именно от женщин, которые уже как-то реализовались и которые достаточно успешны. Поэтому именно женская гостиная, конечно же, это не только беседы с женщинами. И для женщин мужчины тоже приглашаются, естественно. И я думаю, что мы с тобой сможем приглашать интересных собеседников мужчин, которые помогут женщинам стать гармоничными и более здоровыми и успешными. Вот такая вот была, собственно, идея, и я очень рада, что ты ее поддержала, и что мы смогли вот в формате радио Сангейтс теперь начать рассказывать уже на более широкую аудиторию, не только через группы в интернете. У нас есть группа ВКонтакте, есть группа в Фейсбуке, и я думаю, что все наши акции будут поддерживать радио Сангейтс.
Да, это совершенно замечательная идея, потому что хотя мужчины и женщины сильно, их поведение и их мысли бывают очень часто отличаются друг от друга, нам будет очень полезно понять, как отличается и как лучше все-таки прийти к взаимодействию и жить в покое, в любви и вот в сознании того, что мы можем друг другу помогать и взаимодействовать с друг другом. Да, я совершенно согласна, и очень здорово начать именно сегодня, потому что сегодня удивительный день, сегодня день осеннего равноденствия, 23 сентября, когда день равняется ночи, и это время перехода, и, собственно, можно тогда уже сейчас перейти к теме нашей сегодняшней беседы, о чем мы хотели сегодня рассказать, и поговорить о том, что... Осень — это переход не только в природе, но и в человеческой жизни, поэтому человек должен под это подстраиваться, особенно женщины, я считаю. Это, конечно, информация, она касается не только женщин, но и мужчин, но мне кажется, что когда женщина начинает проводить какие-то с собой изменения, то вокруг нее начинает все меняться, мир изменяется, и женщина, поскольку она владеет лунной энергией, согласно Джотишу, не только Джотишу, я думаю, в общем, любой астролог меня поддержит и скажет, что да, Луна на нас очень сильно влияет, на любого человека, особенно женщину, потому что женщина — это цикличное существо, и мы все зависим от Луны, как наши женские циклы. И когда мы начинаем меняться, то, соответственно, мир вокруг нас преобразуется. И когда происходит изменение в природе, то мы тоже должны произвести некоторые изменения в своем питании, в своем образе жизни. И меняется наш рацион, меняются наши ежедневные рутины, и вот об этом мы сегодня с тобой хотели поговорить. Я совершенно с тобой согласна. Я знаю, что я замечаю за собой, что как только приходит время что-то менять в своем рационе, уже не хочется употреблять в пищу то, что употреблялось раньше, а хочется как-то изменить. Но мы сейчас, конечно, более конкретно поговорим о том, что все-таки надо изменить. Давай постепенно вот пойдем, может быть, начнем с питания, что нужно изменить в питании, а потом уже пойдем дальше там на тело, на кожу и на поведение и все остальное, да? Может быть, вот, ну, вот так вот да, строим. Если успеем, нашу... конечно. Да, да. Это такая тема, она тема очень длинная. Объемная, можно разговаривать очень долго, очень много, поэтому здесь я тут какие-то тезисы себе даже приготовила, написала, чтобы ничего не забыть. Ну, в первую очередь, что такое осень? В Индии вообще насчитывается 6 сезонов, да. У нас как-то, я сама живу в Калифорнии, в Сан-Франциско, у нас, в общем, с трудом можно 2 насчитать. Но тем не менее, говорят, что Сан-Франциско вечная весна, это правда? Да. Ну, как говорит Марк Твен, самое холодное лето, самая холодная зима — это лето в Сан-Франциско. Сан-Франциско хорошо, да, там всегда прохладно, там практически не бывает жарко, и только вот осенью, как раз в сентябре, бывает некоторые пару недель довольно теплой погоды. А потом уже опять начинается паттерн, погода меняется. И наступает осень в аюрведе называют вата-сезоном. Это сезон времени года, который наиболее характерен, который транслирует признаки вата-доши. Я не знаю, насколько наши радиослушатели знакомы с этой... С понятием доши, да. Ну, давай, может быть, в 2 словах скажем о том, что это сухая... Ну, что такое душа вообще, да. Наверное, да, надо сказать. Что такое душа? Душа — это энергия, которым обладает все живое и неживое в нашей природе. И существует 3 души в аюрведе, подразделяются. Это вата, пита и капха. И каждая душа, она обладает определенным набором своих качеств. И если мы посмотрим, как, что любое органическое существо в этом нашем мире, оно, ему присущи те или иные качества, которые можно определить как качество этой доши. И вот осень — это сезон ваты. Сезон ваты доши, и она обладает именно... Это такая сухая доша, светлая, холодная, грубая, тонкая, мобильная, четкая. Вата отвечает за воздух и отвечает за движение. И в нашем организме она сосредоточена во всех органах, которые отвечают за движение, в тонком кишечнике, в суставах,
И если у нас какие-то начинаются болезни, которые связаны с передвижением, да, то это значит, что у нас какой-то дисбаланс по вате. Ну, это очень-очень-очень общо, конечно, да. И не отражает глубинной сути аюрведы, но, тем не менее, оно дает представление о том, что это такое.